Позвольте представиться, Евтухова Мария, первый Б-класс, пятая школа, стих Алёнушка, автор Савкова. Утираясь маленькой ладонью, куколку прижав к своей груди, девочка рыдает на дорожке, к ней я поспешила подойти. Почему ты плачешь? Что с тобой? Кто тебя обидел? Расскажи! И столпившись шумной гурьбою, куклу показали малыши, платье пожелтевшее с годами, волосы и шелковый чулок с нарисованными синими глазами, а из ножки ваты серый клок. Куколка вуалевой панаме, где-то сверху порвутая нить. Отнеси ее скорее маме, нужно кукле ножку починить. У Ариши Барби из магазина, но мне не нравится она. Куклами забита вся витрина, а Алена у меня одна. Продолжала девочка, рыдая, бабушка мне куклу отдала. Думаете, кукла не живая? Много ли расскажет вам она? Видите, прожженное колено, это в 41-м у села. Искорка попала от полена, немцы дом спалили дотла. Тут под платьем дырочка осталась, бабушка не шила, берегла. Ей она расстрел напоминала ранним утром на краю села. Ведь она тогда одна осталась, партизаны бабушку спасли. Только ведь Алёнушке досталось от мучителей родной земли. Кукла эта тоже воевала, донесение в себе несла. Мне про это мама рассказала, этого я видеть не могла. Кукле платье в первый день победы бабушка пошила из фаты. То, что на пожарище сгорело, от нее остались лоскуты. Ну а туфли из куска шинели, что солдат когда-то ей принес в страшные холодные метели, были то зимою и мороз. Долго всех скрывали партизаны, прадед партизанов был тогда. Залечили бабушке все раны, но явилась новая беда. Партизан схватили у деревни и пытать гестапо повели, а затем, закрыв все окна, двери и заживо в сарайчике сожгли. Баба очень рано посидела, а когда закончилась война, шила платье кукле, как умела. Перед вами кукла, вот она. Я молчала, как окаменела. Куклы необычные глаза рассказали, как война гремела. По щеке моей стекла слеза. Спохватившись, имя я спросила, и от ответа обомлела тут. Разве я тебе не говорила? Ведь меня Алёнушка зовут.